Я вообще один раз только ездил в отпуск, связавшись с туроператором. Ну, тогда это было все нормально, мы ездили на Шри-Ланку. И с тех пор больше не хочу. Да, я вообще предпочитаю ездить дикарем. То есть сам взял билеты, сам забронировал гостиницу, сам себе сочинил маршрут, сам нашел гида и так далее. Это мне дает больше ощущения путешествия. Всякие эти all-inclusive и набивание живота это совершенно не мое. Поэтому я вообще об этом никак не могу судить. А то, что, наверное, это есть следствие каких-то вот этих санкций, да, то ну что делать? Ну, такое время. Ну, такое время.